Всем привет, вы смотрите влог. Ну, короче, вы поняли, все, мне название трудно, я не могу его произнести. Да, я снимаюсь. Ну и мы вышли с вкусной точки. Хочу сказать, это вкусно, но без точки. Ну, какие-то фигуленьки в куриной котлете из бургера. А наггетсы у них довольно вкусные. Ты не пробовала наггетсы? Нет, я пробовала. А, ты поела один? Я три съела наггетсы. А ты какая-то слепенькая. А ты слепенькая, не видела, как я целых три штуки съела. Картошечка тоже вкусная. Ну, мы, похоже, и дома готовим. Да, мам? Картошечку-то, да. Да, но на вкус почти та же. Угу. Внутри тоже очень мягко. Что лаешь, собака незнакомая. Ну и впечатление. Мы заказали шоколадный мне коктейль. Шоколадный закрыли. И шоколадное мороженое. Принесли шоколадное мороженое и кофейный коктейль со вкусом кофе. Вот, нет, я ничего не имею против кофе. Я люблю даже кофе. Но принести место шоколадного коктейля с кофеем. Ну, это нормально, а? А если бы я не любила кофе? А? Что было бы? Жалобу подарим. Ну, так-то я люблю кофе, но ничто не жалуюсь, но все равно заказ был другой. Можно было нажаловаться. Зато растаял мое шоколадное мороженое. И получилось коктейль. Шоколадный коктейль. Как я и хотела. Два в одном. Да, два в одном. И, кстати, мороженым это было не так вкусно, как коктейль. Мама, вот давай дойдем до той же самой площадки. Я там всю ее покажу. Угу. И покажу свой гигантский синяк на ноге. Угу. Да, вот я вчера просто, ну, стою, я раскачиваюсь на качелях. Да. Я так раскачиваю качели. Беру за верхнюю палочку и ногами двигаю. Но потом что-то какая-то связь с миром нарушена, и я что-то запрыгнула на верхнюю перекладину. И потом качель очень сильно раскачивается. Но если бы она где-то на 4% еще быстрее раскачивалась, у него бы просто ноги сломали. Хотя нет, одну ногу сломали, потому что другой я тоже ударилась, но не так сильно, как этой. Я просто сейчас ступаю, мне больно идти. О, желаю, ну, спасибо. Ну так вот, мне просто больно сейчас идти. Правда больно? Я сейчас ступаю, мне больно вот так вот ногой. Вот. Скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь ощущали такое ощущение? Вы хотите встать на качель, когда она очень сильно раскачивается, и вы попадаете в то место, которое обычно облокачивается, туда вот прям ногами. Я это ощутила. Примерно то же самое, как и получила шрам на ноге. Корги. Корги. Смотрите, корги. Маленький. Мне просто со всей силы ударило железкой по ногам. Ой, классный. Какой милашка. Классный. Не знаю, спрашиваю. Можно его погладить? Ну так-то не желательно. Ну хорошо. Погладить. Я посмотрю. Чтобы просто не укусил просто, он уже как. Ну ладно. Ну да. Я просто посмотрю. Вы пуська. Пуська, да. Пуська убегает. Ой-ой-ой. Пошли. До свидания. Корки. Не знаю, какой. Мистер Корки. Не ногу носом. Я нога теперь сырая. Ну ладно. Ну так вот.
железкой со всей силы по ноге. Вот это-то еще делала с маленьким синячком, а вот это лучше я вам просто покажу и расскажу. Ну, сначала, что я хочу рассказать. Она надулась. Ну, не надулась, а обмухла. Обмухла. У меня, примерно, надутость была вот такая вот, примерно вот такого размера. Надулась на место. Да, у меня была надута нога. Я сначала подумала, что сломала, но потом я подумала, как же я тогда иду. Потом пришла, нога очень сильно болела, у меня там еще свезено было. Ну и получилось такая лебедень. А там, где красная, там я свезла. Тут еще синяк, ну а тут просто нога, ну тут небольшой синячок. Смотрите, она еще немножко надутая. Если проводить, то еще чувствуется, что она немножко надутая. Но вчера она вот такая вот совсем была. Но вот это уже нормально. Ну да, тут тоже синяк на том же самом месте. Даже, кстати, тоже припухло немножечко. Ладно. Но это не так сильно больно было, как вот эту ногу. А сейчас сделаю обзор на вот эту площадку. Скажите, как тебе не больно ходить по всяким штукам? Мне больно. Мне больно. Надо что все надеваться. Я надеваться тут снимаю. Хожу по веревочкам. Я еще пока вступила ногой, которой не больно ходить. А сейчас вступлю. Мам, поснимай меня. Сохраняй. А встать мне. Опасный феномен. Я сейчас качусь с этой горки.
выскочить бы. Вылетит как никто не знает. Такое все у меня было. Вот, смотрите, ребят, моя мама у меня оператор, поэтому, вот, смотрите, вот моя тень, у меня короткая юбка. Ну и вот такая лесенка. А, ты где? А, вот где. И сейчас я сниму, как я скатываюсь с этой горки. Ой, ё-моё, какая она тёпленькая. Ну и всё ради подписок! Ну и я и скосилась с этой зелёной горочки. Мама, снимай. Ой. И ещё ради подписок. Протестим эту лесенку. Лесенка эта. Ну, сейчас по этой лесенке мы забираемся. Кстати, есть канал Лифты России, подписывайтесь на него. Ссылочка будет в описании, потому что на него подписывайтесь. О, здесь был Артём. Будем знать. Мы катимся. Уи! Надеюсь, не дальше. Ну, мам, снимай дальше.
А летом пока буду сниматься. Дальше у нас эти кольца. Закончен. Всем пока. Там еще лампочки есть.